выйти на поле и услышать долгожданный свисток арбитра. Об этом футболисты мечтали почти полгода. И вот, наконец, это случилось. В Темникове прошел первый чемпионат по пляжному футболу. Супер. Погода классная. Пляж, речка. С удовольствием откликнулись на предложение руководства Темниковского района принять участие в данном мероприятии. В принципе, приехали за удовольствием, мы его и получаем. В чемпионате приняло участие 6 команд из Темникова, Саранска, Рузаевки, Зубовой Поляны и Сарова. Команды разделили на 2 группы. Такая система будет более зрелищной, когда 2 группы, чтобы как бы в каждой игра была на вес золота, тут ничьих не бывает. Вот, и только первое место дальнейшее дает право бороться за чемпионство. Сначала играют в группах 3 команды, каждый с каждым, и потом победит в 2 зонах. Потом победители встречаются за первое место между собой. По итогам турнира саровские команды заняли 5-е и 6-е места. 4-ми стали спортсмены из Темникова. Бронзу взяли футболисты из Зубовой Поляны, 2-е из Саранска, 1-е место заняла команда из Рузаевки. По словам организаторов, проигравших в чемпионате нет. Всем вручили дипломы и призы от спонсоров. Информационную поддержку чемпионата оказал канал 16. Призы предоставил торговый центр «Атом». Хочется сказать огромное спасибо нашим партнерам, спонсорам, потому что вот все, что сегодня вы видите на площадке, это работа и их заслуга, можно так сказать. Когда мы решили провести этот тур, все очень дружно окликнулись и предоставили свою спонсорскую помощь. В планах у главы Темниковского района Сергея Кизима полностью благоустроить пляж, сделать парковку, трибуны, освещение в раздевалке, душевые кабинки. Тренироваться здесь смогут все желающие. Если они будут сюда приезжать, значит, мы эту территорию, как бы она состоялась, можно так сказать. Что значит, любые инвестиции сюда будут обоснованы. То есть это очень важно. Не просто так сами для себя поиграли, а надо вовлекать, во-первых, соседей, ну, районы Республики Мордовия, Саров, Нижегородскую область, Пенза, Ульяновск и так далее и тому подобное. Темниковской администрации уже готов проект благоустройства пляжной территории. Реализовать его планируют в следующем году. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.